Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, уважаемый господин федеральный министр Федеративной Республики Германии, мы присутствуем при очень приятном и важном для нашего автомобильного рынка событии на открытии нового автомобильного завода еще одной крупной и очень уважаемой в мире и в нашей стране компании Mercedes-Benz. Я знаю, как долго шел диалог, как долго шла кампания к принятию инвестиционного решения. Мы хотим поблагодарить наших коллег из компании Mercedes-Benz за то, что это решение принято и практически уже реализовано. Полтора года только потребовалось на строительство этого завода. 25 тысяч автомобилей планируется выпускать, 4 модификации, как мне только что сказали. На заводе будет работать почти 1000 человек, сейчас уже работает 500-700 человек. Работает уже активно, уже первая сборка пошла, как мы видим. Во все уровни бюджетной системы планируется в течение ближайших 10 лет выплатить около 4 миллиардов рублей, а общая инвестиция в завод составила 19 миллиардов. Мы и в будущем, безусловно, будем поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнерами. Безусловно, это и мы исходим из того, что это ведет к повышению компетенции российского автопрома, к расширению возможностей нашего автопрома и, разумеется, к удовлетворению потребностей нашего потребителя. Российский рынок – один из крупнейших рынков в Европе. За прошлый год на 15% выросло производство автомобилей легковых, на 13 с лишним процентов выросли продажи. Компания Mercedes-Benz, я уверен, мы будем для этого делать все, будем помогать нашим партнерам, не будет разочарована в том, как строится, идет работа и бизнес в России. Тем более, что Mercedes-Benz имеет уже хороший опыт работы в Российской Федерации с автомобильным концерном ГАЗ и с КАМАЗом, где производят уже давно свои автомобили. Ну, вы знаете, что и ваш покорный слуга, многие коллеги пользовались, ну и до сих пор еще пользуются автомобилями Mercedes, который себя зарекомендовал как автомобиль высшего качества во всем мире. У российских потребителей Mercedes точно совершенно будет пользоваться популярностью. Я хочу всех нас еще раз поздравить с этим событием и пожелать успехов всем, кто организовал этот проект, кто будет его развивать и кто будет работать на этом предприятии. Благодарю вас за внимание.